Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Сегодня я продолжаю работу с аппаратом Vane 3. И сегодня у меня новая задача. У меня есть 9 литров спирта сырца. Он находится уже в баке. Точнее, находится там не только он. Я его уже разбавил до необходимой мне крепости 25 градусов. И я буду производить вторую перегонку. Цель моей второй перегонки – это получение максимальной крепости. Поэтому вместе с аппаратом Vane 3 я буду использовать дополнительную царгу и насадку Панченкова. У меня есть основная и дополнительная царга, и сейчас я начну их насадками. Итак, в основную царгу у меня поместилось 3 рулона насадки. И в дополнительную у меня поместилось 4 рулона насадки. Итого 7 рулонов. Сейчас соберу колонну. Соберу и включусь. Посмотрим, насколько высокая она получится. Ну что ж, установка к бою готова. Схему охлаждения я собрал простейшую. Охлаждение подаем вниз холодильника. С выхода холодильника забираем вниз дефлегматора. И оттуда в сток. Схема последовательная. Сейчас запускаю разогрев. Разгоняю бак. И буду настраивать колонну на режим работы на себя. Мощность для разгона максимальная. Ну что ж, некоторое время прошло, куб разогнался, температура выстрелила вверх. Прошло даже некоторое количество на отбор. Мощность я сбросил до 1000, отбор прекратился. И сейчас колонна работает на себя и разделяет фракции. Легко кипящие, средне кипящие и низко кипящие. Я дам ей поработать в таком режиме минут 15, для того, чтобы все устоялось. После этого начну настраивать покапельный отбор голов. Ну вот, мы добились искомого результата. Капельный отбор. Сейчас покажу поближе. Соответственно, в таком режиме отбираем головы. Отбирать буду миллилитров 300, а потом посмотрю. Может быть, отберу больше 350, смотря что пойдет по запаху. Ждем, пока отбираются головы. Ну что ж, отобрал я голов 400 мл с небольшим запасом. Головы вышли крепостью 95 градусов. И теперь перенастраиваю аппарат на отбор тела с нормальной скоростью. Добавляю мощность, меняю посуду. Измерил, посчитал мгновенную скорость в самом начале отбора. У меня получилось, что 100 мл отобралось за 128 секунд. Соответственно, общая скорость отбора около 2,8 литра в час. Скорость внушительная, мощность 2000. Стало мне интересно, друзья, получить максимальную крепость. Я поколдовал с настройками, уменьшил мощность, уменьшил напор воды охлаждения. У меня уменьшилась скорость, возросла крепость. Итак, что получилось? Крепость на выходе 95 при скорости 0,78 литров в час. Таким образом, считаю, что удалось получить максимальную крепость для данной колонны, в данной конфигурации, вот на такой скорости. Поэтому, думаю, сейчас оставлю колонну в покое, пусть собирается максимально крепкий спирт. Время у меня есть. Ну и что же мы имеем в итоге? В итоге мы имеем почти 3 литра, чуть-чуть до 3 я не дотянул. Крепкого дистиллята. Общая крепость в банке у меня составила порядка 93 градусов. Потому что вначале я немного экспериментировал. Там была высокая скорость, не очень высокая крепость. Потом я вышел вот на такую вот крепость с небольшой скоростью отбора. И она продержалась практически до конца. И в итоге в банке у меня в среднем по погону 93 градуса. Без дополнительной царги в среднем по погону я имел обычно в районе 89 90-91 градуса, так что прирост имеет место быть. Ну а на этом у меня, наверное, все. Что я могу сказать? Если вы охотник до максимальной крепости, дополнительная царга может в этом вам помочь. Вы на канале «Русская дымка». Не переключайтесь, здесь интересно.